Люди вступают в новый бизнес и разбрасывают реферальные ссылки, работая на дядю, но не на себя. Потому что если бы вы строили свою базу, собирали базу подписчиков каждый день по 3, 5, 10 человек, то через пару месяцев вам бы просто нужно было сделать одну рассылку или несколько рассылок в своей базе, и люди, которые на вас подписались, они бы не спеша увидели, о чем у вас бизнес. Здесь, в соцсетях, да и любом, на другом любом рекламном сайте, у людей очень много выбора, очень мало времени. Ваши рекламы будут очень быстро опускаться вниз, потому что люди добавляют свои, и человек, возможно, не понял, не прочитал, до него не дошло. Если бы он не спеша после работы пришел домой и открыл письмо с вашим email и вник бы в тему, то все было бы намного проще. Ему надо увидеть 7 раз вашу рекламу, ваше объявление, пока он из всех этих тысяч реклам начнет вдумываться и понимать, а что вообще вы ему предлагаете. Каким бы бизнесом вы ни занимались, вам нужна красивая страница захвата, привлекающая внимание. Страница захвата, она показывает человеку, что вы знаете, что такое MLM бизнес, вы знаете правила игры, вы знаете, как его строить. И вы можете ему обязательно что-то показать или предложить, или научить, ведь они пришли сюда за этим. Делать деньги — это хорошо. Вы можете делать бизнес хоть в 50 компаниях сразу. Это ваше право. Если это не лохотроны, пожалуйста. Но я хочу, чтобы вы четко понимали. Если вы подставите человека один раз в какую-нибудь шарашкину контору за 5 копеек своих реферальных, он от вас отпишется. И не он один, а вся база. То есть вы должны соответствовать тому, что вы предлагаете в начале, когда просите его подписаться на вашу рассылку. Вы должны быть эксклюзивны, вы должны быть экспертом. У вас должны быть забиты серия писем как на английском, так и на русском языке. Вот на данном примере эта рассылка сделана супер копирайтерами из США. Здесь все грамотно, и заголовки, и письма. Они идут через день на полном автомате, без вас. Как только человек вносит вот сюда имя и email, эта серия писем пошла к нему на автомате через день. Идет работа без вас и за вас, объясняя ему, почему ему надо быть здесь. В бизнесе нельзя экономить ни на инструментах, ни на рекламе. У вас должны быть очень цепляющие заголовки. Вы должны постоянно менять название. У нас, кстати, самая большая открываемость писем. Больше 60% команда дает нам обратную связь, 60% открытых имейлов. В Америке, за счастье, 4%, мы перешли в планку 60%. Также у нас есть очень мощные видеостраницы захвата, которые имеют очень большую конверсию. Если мы посмотрим сейчас, то увидим. Итак, вы сделали просто шикарные страницы захвата. Мы вам даем английские тексты, русские тексты. Вы создаете безлимитные себе компании. Привязывайте эти компании, серию писем, к страницам захвата. И мы вам также даем 50 тысяч кредитов на рекламу на топ-сайтах США, где сидят все сетевики, каждые 10 дней, чтобы вы не кликали, не покупали. Вы начинаете бить в двойном направлении на русских и на США. У вас идет одна и вторая рассылка. Если появляются вдруг какие-то новости, одним ударом нажать здесь одну кнопку всего лишь, вы можете послать и не один раз в день всем вашим подписчикам сообщение, сколько хотите раз, если что-то надо срочно сказать. Пожалуйста, если у вас там 5000 человек, вы нажали кнопку, все 5000 человек получили от вас экстренное сообщение. Также мы будем вам показывать лучшие топ-сайты США, где нужно быть, где нужно вести рекламу. И так как мы представляем внутренний круг больших лидеров из Америки, то вы всегда будете знать о новом большом бизнесе, который запускается. Например, уже сегодня я могу сказать, что в апреле идет очень большой бизнес с очень хорошим маркетинг-планом и так далее. То есть еще об этом никто не знает, даже в США, только узкий небольшой круг.
но я уже знаю, что там будет и как, что за продукт, какой маркетинг и когда начинать уже готовиться вступать в эту компанию и так далее. То есть вы будете в числе посвященных. Что касается именно этого проекта, за 6 лет я знаю все цены в интернете, где что лежит и почем. Лучшей цены, чем это, нет. Вы можете начать с $10, максимум это $20 пока что в этой компании, со 100% выплатами в сеть. То есть здесь 100% комиссия, и у вас первый же клиент возвращает вам деньги обратно. Вы зашли на 10, 10 забрали, вы зашли на 20, здесь $15 получаете сразу же. Это очень интересный бизнес. Напоминаю, вы можете делать что хотите, но эти инструменты за такую небольшую цену вам не надо платить $200, $300, $500, всего лишь 10 или 20 на выбор. Они должны у вас быть. Если вы хотите действительно зарабатывать другие деньги, то у нас, конечно же, есть что вам предложить. Об этом мы поговорим тогда, когда вы примете решение читать наши письма, подписываться на рассылку команды, узнавать все, что происходит. Вы будете одни из первых.